Вот Кобзон был совсем маленький. Вообще маленький человек. Ну, человек он маленький, но у него должен быть такая маска. Вообще, каждый мужчина в их деревне имел такую маску. Каждый воин должен быть имел такую маску, чтобы ходить на охоту, чтобы иметь силы, чтобы понимать дух и разговаривать с ним разные вещи. Вот Кобзонда ходила, думала и решила, я тоже хочу сам себе делать такую маску. Пошел Кобзонда, дух лез и говорит, дух лез, дай мне, пожалуйста, что вот мне нужно для того, чтобы делать маску. Кобзонда, хорошо, говорит дух лез, возьми, возьми все, что тебе нужно. Вот он взял и дал ему улитка, чтобы делать клей. Он дал ему дерево высокий, кавазинга, дал карас это дерево, чтобы делать маска. И дал еще много разных полезных вещей. Вот Кобзонда все это взял и пошел на речку. Все, пришел, сел на речку, думаю, о, а каким мне должен быть маска? Я не знаю, каким может быть мне родовой маска. Посмотрел он в речку, и тут ему дух речка говорит, Кобзонда, смотри. Посмотрел Кобзонда в речку и увидел необычную вещь. Вместо его в речке показался странный человек. О, я знаю этого человека, потому что он видел, что в реке эта маска, его изображение. Но глаза, как у бабушки, красивые. Нос, как у дедушки, красивые. Рот, как у отец, красивые. И вообще очень похожи на Кобзонда. Хорошо, он и так и сделал. Взял, собрал, вот, и думаю, что это такие маски теперь мне делать. И тогда к нему пришел дух барабан, тогда к нему пришел дух пляска, и к нему пришел дух песня. И говорят, Кобзонда, ты делай свою маску, тебе мы будем делать свои дела. И тогда барабан заиграл громко-громко на вся круга, так что все барабанили. И так барабанил целую неделю. Вот, хорошо. Потом пошла пляска. И все плясали, плясали целую неделю. Вот, хорошо. После этого запел песня. И песня пел, так что все деревню пел. И Кобзонда пел. Когда это прошло, а прошло это через целый месяц, Кобзонда увидел перед собой маска, и маска была необыкновенно красивой. Он взял и одел на себе маска. Вот что странно такое получается. Все потемнело, все пропало. И вдруг Кобзонда оказался в пещере. Глухой, темный пещер. Вот только осенью как-то плохо пахло. Вот вообще не пойдет. Он думал, что такое. И слышал издалека звук барабан. Барабан, не барабан, непонятно, какой странный звук. Кобзонда пошел на звук. Пришел и видит там в этой пещере духи, как черепы, раскрашенные, все в одежде, бьют своим костям себе по голове. И, в общем, не очень, они нормальные играют, не очень. Вот. Это обстоятельство, конечно, Кобзонда не понравилось. Он достал свой барабан и говорит, слушай, сюда садись, и вот так. Если не можете наиграть на барабан, то я вам больше покажу. Вот. Все сели черепа. Они сначала пугали Кобзонда, но потом пристали его пугать. И он говорит, ты слушай такой, это играй. Вот. А ты слушай такой, это играй. И сначала один, потом второй, потом четвертый, потом пятнадцатый. И все начали играть. Но очень плохо. Кобзон говорит, вы не страшны. Вообще не страшны. Если бы я вас боялся, но я вас не боюсь, потому что вы как этот, как дурак, не можете играть на барабан. Обиделся и ушел. Пошел. И слышит, череп, это дух. За ним идут. Идут. И уже даже побежал. Побежал Кобзонда, побежал на свет.
очень сильно испугался, что они его съедят. И вот, когда он выбежал на свет, он увидел впереди большую долину. Остановился и вдруг услышит, его кто-то говорит сзади: стой. Кобзон додумал, что может попробовать мои африканские документы, что-то не то. Вот, повернулся, а это был большой, страшный великан. Это именно из его рта выбежал Кобзонда. Именно в нем внутри Кобзонда путешествовал. Вот так. Кобзонда мне говорит: у меня все нормально, документы все в порядке, и просто нету. Вот. Хорошо. А ему великан говорит: это не нужны мне твои документы. Мне нужны, чтобы ты был у меня жертвоприношение. Вообще Кобзонда это не очень понравилось, это не пойдет. Он говорит: я не, так не хочу. И он вспомнил, что все, что с ним происходило, все происходило внутри этой маски. Тогда он снял свою маску и подумал, что он уже вернулся домой. Нет, не так. Перед ним сидела его бабушка и говорит: я, Кобзонда, знала, что ты такой, у меня самый умный внук. Но что ты такой додумался, я не понимала. Вот теперь знай, эта маска – это твой африканский телевизор. Если ты его одел, ты все, что тебе нужно, увидел. Но слушай, бабушка. Бабушка, конечно, умер, но не настолько.